Здравствуйте, уважаемые инвесторы, партнеры и зрители новостного канала Skyway Capital. Меня зовут Дарья, и вы смотрите видеодайджест новостей от Skyway, где мы подробно рассказываем обо всех важных событиях и достижениях группы компаний Skyway и Skyway Capital. Какими же событиями нам запомнилась прошедшая неделя, узнаем прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. Заместитель генерального директора ЗАО «Струнные технологии» Кирилл Бадулин выступил с докладом о струнном транспорте на Конгрессе по зеленой энергетике в Барселоне. Приглашаем всех на большой праздник Skyway Capital на следующий день после Экофеста 2019. Информационная служба Skyway подготовила ответы на самые актуальные вопросы о работе криптоплатформы Skyway. А теперь поговорим об этих событиях более подробно. С 24 по 25 июня в Барселоне прошел 7-й международный конгресс и выставка по вопросам энергетики и экологии. Мероприятие собрало представителей научного сообщества и бизнеса в области зеленой энергетики, ветровой и солнечной энергии со всего мира. В конгрессе приняли участие представители ЕС, Бразилии, Китая, Пакистана, Бангладеш, Индии и Румынии. На конгрессе выступил заместитель генерального директора по развитию бизнеса ЗАО «Струнные технологии» Кирилл Бадулин с докладом на тему «Инновационная транспортная система Skyway как возможное решение в рамках инициативы зеленой мобильности». Отметим, что зеленая мобильность является частью программы ООН «Цели устойчивого развития» SDG, в которую Skyway входит на правах партнера и эксперта. Вместе с докладом ЗАО «Струнные технологии» представила на форуме свой стенд, посвященный транспортной системе Skyway. На форуме также была кратко презентована монография Анатолия Юницкого «Струнные транспортные системы на Земле и в космосе». По итогам форума Кирилл Бадулин получил 2 сертификата – за выступление с докладом и за демонстрацию стенда в рамках 7-го международного конгресса и выставки по зеленой энергетике. До ежегодного фестиваля струнных технологий «Экофест 2019» остается все меньше времени. Каждый год на следующий день после фестиваля мы проводили большую конференцию Skyway Capital. В этом году мы решили создать новую традицию – провести масштабный и насыщенными эмоциями праздник Skyway Capital Get Together 2019. Это будет первый раз, когда партнеры и инвесторы со всего мира соберутся вместе, как большая интернациональная семья, чтобы поделиться впечатлениями о прошедшем Экофесте. Все участники нашего летнего праздника примут участие во вручении особенного подарка для Анатолия Эдуардовича Юницкого. Прочитать условия участия, а также приобрести билеты на праздник вы можете на странице мероприятия в личном кабинете. 27 июня 2019 года была запущена криптоплатформа Skyway. В перспективе она обеспечит взаимодействие всех элементов струнных транспортно-инфраструктурных комплексов на основе универсальной платежной и информационной единицы – токена Skyway. С 1 июля 2019 года после завершения бета-тестирования платформа функционирует в штатном режиме. Инвесторы Skyway, которые ранее конвертировали часть своих долей в токены Skyway в рамках специальной акции, получили новый финансовый актив. Естественно, внедрение нового финансового инструмента вызвало массу вопросов со стороны инвесторов. Информационная служба Skyway подготовила ответы на самые актуальные вопросы со стороны пользователей. Прочитать их вы можете на нашем сайте в разделе «Новости». Это были все главные новости на этой неделе. Мы будем и дальше следить за развитием ключевых событий и делиться ими с вами. Смотрите нас на YouTube и Vimeo каналах, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях и помните, что Skyway – это наше будущее уже сегодня. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Дарья. До встречи на следующей неделе.